обошлось. Вот у меня гость, друзья, из Уфы. Посмотрите, какая красивая женщина. Слушай, а ты скажи, кто ты такая? Что ты здесь делаешь? Чем ты занимаешься? Одновременно тебе рекламу сделаю. Меня зовут Алла Альбертовна Бусова. Я рефлексотерапевт, заведующая отделением реабилитации города Уфа. Очень опытный специалист. Да, я специально приехала к Хасаю Магомедовичу. Но мне не надо рекламу делать, а то меня сейчас телефонами заколебают. Послушайте, друзья, это я вам говорю почему. Потому что такая красивая дама и такой профессионал одновременно. Как это получается? А мне, знаешь, все завидуют. Ты знаешь почему? У тебя, говорят, все время красивая женщина. Как это так получается? А вот как получается. Будьте добрыми, будьте искренними. Любите женщин. А мне все время говорят, почему ты все время женщин рисуешь? А я говорю, потому что я мужчина. А, ну тогда понятно. До встречи, друзья.